мы все знаем, что надо делать. Совсем чуть-чуть осталось, совсем скоро. Всех с чемпионством! Чемпионы 19-20! Зенит Санкт-Петербург! Встреча команды. Сергей Богданович с тем, что он стал дедушкой сегодня. Поздравляем с чемпионством, Сергей Богданович. Ну, ваши эмоции, ваши слова Петербургу. Мы вам говорим огромное спасибо за то, что вы сделали. Ну, у меня сегодня джекпот, поэтому я сегодня и дедушка, и команда сделала подарок нам всем, болельщикам, городу. Выиграв второе чемпионство подряд, это дорогого стоит. Спасибо за вашу поддержку, спасибо ребятам за их прекрасный труд. Они заслужили быть лучшими в России. Поздравляю вас всех! Сергей Богданович, какой матч в этом сезоне был самым сложным? Самый сложный матч в этом сезоне какой был? Самый сложный следующий, правильно говорю. Следующий. Самый сложный. Приходите, поддержите нас. Бронислав, ну несколько слов от вас тоже болельщикам, которые собрались здесь. Не то ночью, не то утром вообще не понятно. Ну, во-первых, я про команду могу сказать большое спасибо всем. Я думаю, что вот это, как вы нас встречаете, это настоящая любовь к клубу, настоящая любовь к городу. Спасибо вам. Я думаю, что мы все заслужили это чемпионство и надеюсь, что мы будем праздновать в среду все вместе. Спасибо вам большое еще раз. Бронислав Иванович, капитан команды. Так, парни, а что вы тут кричали все время? Не надо прятаться, не надо. Вы про дедушку кричали. Кто чемпионы? Еще зарядик нужен!